пока что мы втроем приехали, самые первые. Народ увеличивается, а это Джарик, чтобы влог был более веселым. И что ты телефон держишь? Ой, я тоже снимать буду. Давай, Ярик, скажи какую-нибудь шутку. Нет. А где Валера? Ну ладно. Все, остановись. Давай, давай. Ага. Ага. Вот она в очереди. Так, ты садишься. Да. Я буду сидеть с Яриком и с Никитой. Да, я сижу возле выхода. Влог по влогу. Да, влог по влогу. Сейчас еще один влог. Давай, третий влог. Первый раз лечу в хвостовой части самолета. Обычно где-нибудь в начале. Ну все, успешного нам полета. Ну привет. Это штуки вышли, прикинь. Самое главное, не пьешь, а поешь. Какой водитель? Поющий, а не пьющий. На YouTube попал. Да. Че, Валера, как на самолете первый раз? Поначалу немного страшно, а потом нормально. Так, что это? О, ну что? Ну что, Ярик, как тебе твоя еда? Горячая. И напоследок чизкейк с клубникой и лаваш.
компанию производства акробатических дорожек. Сейчас пойдем обозревать все это. Ты хотел на YouTube? Да. Давай, исполняй. Что? Флекс. Я не умею только танцевать. Мне тут недавно писали в комментариях, что только на моем канале можно увидеть Валеру, как сказать, в полной красе, Максима, ну и еще кого-нибудь там, да? Кого Жарика. Не так сейчас снимают. Не, Жарика. Жарик-то он везде, он да, светится. Он везде. А теперь я хочу. Тут у нас конус плоский, грибок. На грибках мы крутим. Уключено. Да. Ручка литая. Да. О, на коня. Вот. Мне кажется, очень классная дорожка. Я бы на ней попрыгал. Сейчас послушаем, что нам расскажут про эту компанию, про продукцию, а потом будем сами пробовать. На батут. Давай, флекси, флекси, флекси. Все, теперь у меня точно будет много подписчиков. И лайков. И комментариев про Ярика. На такой штуке можно кататься и по снегу, и по воде. Валера. Нет, Валера. Валера, давай. Третий человек. Третьим будешь. Круто? Да. Давайте нам такую вместо дорожки. А где ты кататься будешь? Короче, есть вот здесь. С помощью этой штуки можно научиться фляг назад. Ты что, меня уже? Давай еще один дубль, Никит. Можно, да?
Покажи что мне скажу... на YouTube. Да, блин, Валер, не перебивай меня. Что скажу по поводу дорожки? Она очень классная, мне понравилась. Правда, она немножко короткая. Посмотрели мы на фабрике то, что они изготавливают, и теперь мы поедем развлекаться в батутный центр. И там как раз будет их продукция. Ничего такого. Машина с машиной, погнали. Колесников Никита, Малышев Егор. И Малышев Егор, оказывается, самый жесткий в этой игре. Несразимый Малышев Егор. Блин, сейчас будет. Его не победить просто, его не победить. Я его один раз победил. Ну, это просто Джарик. Я же говорю, вообще он жесткий. Красиво навернул. Итак, дорогой Кирилл, ну что ж, позволь поздравить тебя торжественно с твоим днем рождения. Подходи сюда, здесь твои друзья. У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
Еще раз вопрос. Здравствуйте. Ну что, Влад, доволен? Мы тут уже... 3 часа и 12 минут. Да, мы уже тут 3 часа где-то. А еще вот кто сегодня с нами прыгает. От души попрыгали на батутах. Мы прыгали где-то 3 часа. Сейчас идем заселяться в хостел. И потом пойдем кушать. Так, что у меня? У каждого по десерту. А еще я только что. Да, 5 воплов ловит. Шикуем. Вспомнил. Все, осталось нам погулять. Много уток. Влад, ты по-любому перепутал обычную воду с водкой. Ну все, показываю наш номер. Какой? О, прикольно. Я буду жить вот здесь. Здесь больше никого нет? Нет, пока что. Но будут скоро. Нет, у вас так-то вот. Ничего так. Ничего так. Нафига народу с нами? Я хочу там спать. Почему Мина там спит? А ты где? А я вот там. В смысле, там я...